посещение церемонии общины последователей Исави, где они проведут ритуал, посвященный самоочищению и единению душ каждого из нас. После трех недель путешествия мавзолей кажется идеальным местом для его завершения, в месте, где и находится сердце Казахстана. Я знал, что Туркестан – важное место, но даже не предполагал, что именно здесь так много казахов могут пробудить свое самосознание. Здесь люди открывают свой внутренний мир. Это захватывает. Для меня это было блестящее завершение путешествия по неизвестному Казахстану.